Всем привет, вы на канале Racing Life. Австралиец Джейк Миллер принес победу Дукати. Второе место занял Франческо Баньяя из заводской Дукати. Третье место занял Франко Морбиделли из сателлитной Ямахи. Пол позицию выиграл Фабио Квартараро. Но старт предрешил все, и Квартараро проиграл его Миллеру. На первом круге француза прошли Баньяя и Морбиделли. Пилотам Ямаха пришлось обороняться от атак Дукати, которым проход вперед дался достаточно легко. На Сирке де Херес нельзя терять позиции на первых двух кругах. Квартараро пришлось прорываться вперед с четвертой позиции. Вскоре ему удалось вернуться и навязать борьбу Миллеру. Фаби обновил рекорд круга и вернулся в лидеры Гран-при Испании. Но это была его главная ошибка. Первый сигнал, что что-то идет не так, Квартараро получил на 14 круге, когда в апексе драйсак у него поплыли оба колеса. Но дело не было не в покрышках, просто пилот не удержал мотоцикл. Накануне Фабио поведал, что у него появился синдром арм-памп, попросту стали забиваться мышцы. В квалификационный день он это почувствовал впервые, но не стал сильно переживать по этому поводу. А вот гонке пришлось выложиться полностью, он ощутил боль на 100%.